И всем снова привет! Я приступаю к приготовлению ужина. И сегодня готовлю сырные бисквиты с начинкой. Для бисквита нам понадобится сыр, моцарелла или чеддер, масло, яйцо, миндальная мука, сыр маскарпоне и сливки. Сейчас я буду делать из шпината и маскарпоне, а вечером докуплю бекон и добавлю к ней еще бекон. Так, я хорошенько перемешиваю маскарпоне, моцареллу, миндальную муку, 2 яйца, добавила немного разрыхлителя, столовая ложка растопленного масла. Так, что еще? Кажется, все, да? Так, далее полученную массу я оформляю в лепешки своего рода и отправляю в духовку на 15-20 минут. Для начинки я буквально пару минут протушиваю шпинат с чесноком. Измельчаю. К шпинату я добавляю маскарпоне и пармезан. Перемешиваю. И, собственно, начинка готова. Вот такие бисквитики у меня получились. Понятно, что их можно кушать и так, но я придумала кое-что другое. Поэтому, собственно, делаю начинку. Кстати, было бы прикольно в смесь, вот, которую мы запекали, добавить бекон. Было бы просто бомба. Итак, в моем варианте это выглядит так. Ну а дальше можно подключать фантазию, добавить еще авокадо или сделать мини-котлетки. А еще лучше, я как-то недавно делала намазку с беконом, вот она сюда подошла бы в самый раз.